Всем здравствуйте. Снова на рыбалку пробуем попасть. С дочерью приехали на какое-то новое место. Ни разу не были. И не знаю, куда тут дорога. Сейчас. Нигде нет. Не видать, да, Виктория? Сейчас будем искать заход. Думал-то я, следы свежие будут. Вот какая-то тропинка есть. И сюда какая-то есть. Сейчас тут какой-то котлованчик. На бугорок зайдем, посмотрим. Сегодня на улице тепло, только ветер сильный. Сейчас проверим. Добрались до какой-то, в общем, уплёсы. Идти оказалось рядом. Ну что-то, ну вот тут пока нет травы. Ходим, краем обходим. Ребятенок уже сказал, устал, да, Виктория? По снегу неудобно ходить. Тут какие-то признаки бурения есть, но вроде как это фитили там выдавливали в некоторых местах, так что не знаю. Еще должны быть плесы, а где переходы на них, я не знаю. Все, норка избегана по обочине, говорю, по краю тут лабзы. Ну, здесь вот опять все в траве. Сейчас будем тот бережок уйдем и пробовать, наверное, где-то искать, бурить. Тут все травой заросло. Может, только на центре придется бурить. Хотелось, чтобы, конечно, за ветер, но как получится. Пытаемся бурить. Рыба точно рыба клювала. Глубина маленькая, все травой заросшая. Хотя так говорят, глубина в районе 2 метров должна быть. А у нас вот такая. Зато Вике удобно, да, Вика, дергать. Ладно, я буду бурить дальше, искать место поглубже, может быть. К центру ближе, что ли. Вода вонючая. Так вот. Первая поклевка у дочери. Вот такой ротан сам отцепился. Ну, сейчас большого поймаешь. Ну-ка давай еще лови. Правда, рыба клювала, оказывается, да? Не холодно? Тот же самый ротанчик, который полз туда. Пониже опускай даже. Вот так вот где-то. Ну все, как поймаешь, крикнешь меня. Угу. Если отцепить надо будет. Хорошо? Угу. Я его просто так сделал. О, вон он. Опять был. Ротанчик. Вот она ротанул. Ты сейчас сильно не дергай быстро. Подожди сейчас. Вот так вот все. Подожди. Маленько пошевели. Опять подожди. Шевели. Еще пошевели. Вот. Теперь больше. Теперь больше. Так, да, вообще до больших дойдешь. Папе так и бурить некогда сейчас будет. Ага. Давай поближе маленько пересядь, чтобы удобнее тебе было. Садись. Чтобы леска у тебя в середину лунки вот так вот была. Все, давай, лови. Подожди. Еще шевели. Еще подожди. Подними чуть повыше. Вот так вот. Еще пошевели. Еще чуть-чуть подними. Еще подними. Вот так вот. Еще пошевели. Подожди. Еще шевели. Еще жди.
Еще поднимем повыше. Там нет у тебя рыбы-то? Нет, нету, опускай. Вот так вот сейчас подожди. Пошевели. Жди. Кто всех поймала, наверное. Еще ниже опусти. Еще ж. Вот. Видишь? Эх, сорвался. Сорвался. Опускай. И все точно так же делай. Давай сама теперь все. Вот, молодец. А то папа. Опять маленький, а то папа подсказывает, а Вика сама все умеет, да, Виктория? Все, давай. Удачи тебе, я дальше бурить. Что нам бурило тут еще? Колуночек. Глубина не знаю. Сейчас буду свою удочку собирать, которую я буду сегодня ловить. Дела не замерзла? Хорошо. Давай сейчас на другую лунку перейдем. Еще клевал? Нет. Давай вон на ту перейдем. Давай. Вот уже 4 штуки. Юный рыбак поймал. Айда, садись. А рыба там будет. Рыба там будет, потом соберем. Ну-ка, все, давай. На новом месте, как тут? На траву, наверное, зацепилась, нет? Ну-ка, давай еще. Клевала? Ну-ка, давай так же лови. Все делай точно так же, как делала. Вытаскивай, вытаскивай, молодец. Все, еще лови. Клево. Тут хоть ловится. Ну, я по другим луночкам пойду. Что так? Рыбу поймали. Ну. Все, зови меня, если что, хорошо? Ловлю вот такой какой-то удочкой. Круглая, жесткая, блин. По сравнению с той, которая обычно, глубина маленькая. Сейчас поклевка была в лунке, только дерну, как вылетит, как пуля. Ну что, Виктория, не клюет? Давай на другую луночку перейдем. Глубина маленькая, при подсечке сразу в лед бывает, втыкаясь. Айда вот сюда, вот сюда, сюда. Что если? Если заморачиваться не буду. Думаешь, лучше будет? Да. Ну пробуй. Замаранного в снегу. Лучше, не лучше. Ты держи вот так вот, чтобы оно тебе лучше будет, лучше видно будет.
5 поймала у нас, да? А папа еще ни одной. Вика, надо на трофейную рыбу вести. Вика всех переловит, крупных ротанов. Подожди, подожди сейчас. Ты когда быстро же сильно дергаешь, она может не успеть захватить приманку. По чуть-чуть подергай и подожди. Повыше чуть подними. Вот. Снег, ну-ка, на, еще в снег, раз в снегу надо. Ну все, поди, хватит. Давай в лунку. Ничего страшного, поклевка же была. Пониже опусти. Вот так вот подожди тут. Пошевели. Подожди. Повыше сейчас подними. Вот молодец, видишь, поймал. Давай несем той, а что она уже хочет туда забрызнуться. Куда? В воду. В воду? Вкусная. Вкусная вода, думаешь? Ну все, что меня позовешь? А у тебя сколько ротанов? 6 пока. 6 у тебя? А у меня один всего, и один сорвался. И все. Ну что, клюет? Клювала. Клювала? Пускай, опускай. Ну так пробовать надо, Виктория. Может, а может он уже кончился, у них перерыв. Ну так лунка-то другая же была. Да. Но озеро только одно, да? Угу. Видишь, клюет. Да-да. А ты говоришь, перерыв, перерыв. Вот здесь как раз обед у них. Обед. Все, пускай. Уже сколько тут у тебя с лунки? Всего 7. Но тут. Тут 5. Молодец. Ну, а получается, что 7. А у меня все еще один. Че, не отцепляется? Нет. Сейчас отцеп. Какой это у тебя по счету-то? Что? Какой по счету-то уже? Шестой. Шестой, так у тебя до этого 7 было. Ну, какой тогда? Восьмой. Восьмой. Молодец. Папа по-прежнему один. И 3 сорваны. Ай, такая мелочь. Второго. Второго уже поймал. На этой? Ну, вообще и на этой лунке. Я скоро тебя догоню. Ну, у тебя 8, а у меня уже 2. Ого. У тебя вон, он уже в снегу сорвался. Ну, так он же мокрый из воды-то, когда попадает. Снег на него липнет.
все. Рыбалку мы завершили. Сколько, Виктория, в итоге ты поймала? 8 штук Виктория поймала. Я 2. Ну вот сейчас еще вот один и все. Я всех собрал вроде. Давай пересчитывай тогда. Я всех викон 10 насчитал. Ну проверь еще на всякий случай. Вот самого крупного дочь поймала. Глубина. Нифига не глубина. Хоть и озеро глубокое. Лабзой все заросшее. И трава. Трава, трава. Всех собрали, ну все хорошо. Во что будем складывать? Давай пока в маленький пакетик. Давай, в следующий раз твой большой возьмем, да? Ага. У нас вон Вика какой пакетик брала с собой на случай. Если мы много рыбы поймаем, и папа брал, на, складывай. Или мне сложишь, чтобы тебе варежки не марать? Я. Сама сложишь? Ну ты же поймала, правильно, ты и складывай. Так что вот такая рыбалка. Да, довольна? Да. Еще поедем когда-нибудь, да? Да. Может, на другое озеро куда-нибудь съездим. Да? Пакет. Давай, держу пакет. А что он надувается? Ну. Это самый толстый. Самый крупный у тебя, да? Да. Поймала больше всех, поймала самого большого. Какой маленький, этот самый маленький. Кто его, думаешь, поймал? Вот, вот, наверное, самый маленький. Или вот этот, да? Я самого маленького поймал, что ли? Да. Ничего себе. Рыба, ты все еще живая? Конечно, живая. Что это? Давай, давай, ложи. Вот это не живая, я еще уже знаю. Все живые. Ты тоже. Да. Все? Все, все готово. Тоже. Все, домой. Да. Викуша, хитруша, да? Устал ребенок рыбу ловить. Все, погнали. Да. А если бы мы полный твой пакет наловили, как бы я вас вместе с рыбой вез? Я бы устал. Как было, чтобы? Чтобы безопаснее. Чтобы безопаснее было, надо пешком идти. Да. Ну, конечно. А то перевернемся еще раз, да? Да, дома, да, дома не надо ночью, надо пораньше.